Итак, добрый день. Я хочу сегодня рассказать о плановой замене маток в августе месяце в основных семьях. Это все делается не так сложно. Посмотрите, сейчас все увидите. 100% прием вам гарантирован и подсадка матки в основную семью. Никаких потерь, все довольно-таки быстро, в течение 2-3 дней. Все, наверное, видели пересылочные клеточки, которые приходят матки, либо вы покупаете. Одну секунду, сейчас вам покажу. Вот такая клеточка. Приходит всем по почте, покупает кто-то, у кого-то своей есть. Значит, эта клеточка имеет два отверстия. Малое отверстие для прохода пчел, которое потом впоследствии переносит феромоны матки в улей, и пчелы тем самым принимают ее уже посредством феромонов. И большое отверстие, которое мы выламываем уже в конце, перед тем, как выпускаем матку в отводу. Вот второе отверстие мы выламываем. Сначала первое, малое, узкое, через которое проходит только пчела. Второе, которое проедает канти, вот остаток есть. И выпускают они матку. Значит, как мы это делаем? Значит, мы запланировали в этой основной семье поменять матку в августе месяце. Почему в августе? На форуме много чего написано про эту тему. Но самое главное, что на 7-й месяц своей жизни молодая матка будет максимальное количество молодых пчел производить в следующем сезоне. Значит, что мы делаем? Мы с основной семьи поднимаем третий корпус, печатный расплод. Но перед этим мы ставим здесь решеточку. У меня применяются вот такие прополисные решетки. Они применяют в течение сезона под крышкой для сбора прополиса. Но в августе я решетки эти применяю и для подсадки маток в основные семьи. Значит, вкратце я вам покажу, как это делается. Вот она, видите? Решетка. Вот корпус. Мы с этой семьи поднимаем вверх печатный расплод. 2-3 рамки, 4. Самое главное, чтобы был закрытый печатный расплод. Закрытый. Никакого открытого. Вот пчелка уже вылупливается, вот вылазит. Видите? Пушистенькая. Вот она. Значит, в этой семье я 2 дня назад поставил клеточку, и вчера я ее уже выпустил, маточку. Вот видите, печатный расплод. Сейчас покажу маточку. Выпускал вчера прямо на соту, потому что видел отношение пчел. Вот она, ходит желтенькой меткой. Молодая маточка, которая облетелась буквально недельку назад, начала яйцекладку. И я ее уже подсаживаю сюда. Значит, что мы делаем? Вы берете матку, которая пришла вам по почте, либо вы ее сами вывели. Ставите между рамками, плотно между рамками, на 1 сутки. Через сутки выламываете маленькое отверстие, для того, чтобы пчелы прошли и перенесли весь феромон в отводок. После еще прохождения 1-2 суток вы видите отношение пчелы к матке, можете выламывать большое отверстие и выпускать. Я уже просто наблюдаю за пчелами давно и вижу отношение к маткам. Прямо открываю здесь и выпускаю ее на сот. Вот и вся замена. Поэтому никаких проблем нету. 100% прием маток вам гарантирован. Значит, второй этап. После того, как матку приняли, вы еще недели 2 этот корпус содержится в таком же состоянии над гнездом основным, где работает основная матка. После того, как вы собираете закармливать пчел уже в зиму сахарным сиропом, обязательно снизу забираете старую матку и утилизируете. Этот отводок, который с молодой маткой, ставите на низ
и все. На этом вся подсадка матки закончена. И вам в следующем году гарантирован медосбор, урожай и все остальное. Спасибо за просмотр.